Ну мне за что вообще снимаете-то? Я не пойду. Я домой еду, елки. Я после ранения домой еду. Я не курил в вашем самолете в этом, елки. Ну как вообще? После посещения клиники туалетной комнаты я почувствовала запах сигарет. Соответственно, я его на месте сдержал. На вопрос, куда вы дели бычок, клиент сказал, что он не курил. Гуманность была от дыма? Я его заходила после того. А кто заходил в туалет? Кто? Вы заходили в туалет? Вы в туалет заходили? Да, там просто был запах. Да у меня вон они в вещах лежат документы, и сигареты там лежат. За что меня вообще просто снимаете? Просто мне объясните, за что? Мы слышали, как был смыв. Бычок мог быть смытым. Сами понимаете, бычок, в туалете смыв, он будет, я естественное, поспал. После клиента очень сильно пахнет. Там меня до сих пор пахнет. Это для нас очень достаточно. Да я вот сигареты не пахну, вы понюхайте. У меня после ковида нос не работает. Что мне предлагаете? Да, я и сказал, там курил на перроне.